В Ульяновске вновь собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Груз на 7 фурах отправили с площади 30-летия Победы. Среди вещей – товары самой первой необходимости – лекарства, продукты питания. Мы отправляем народам Донбасса очередной гуманитарный груз. Вы прекрасно понимаете, какая сейчас там обстановка и насколько они нуждаются в гуманитарной помощи. И кому как, не нам, прийти к ним на помощь. Собирали вещи всем миром, помогали волонтеры, предприниматели, крупные предприятия и просто неравнодушные. Все, что было сделано, это собрано неравнодушными людьми. Я хочу поблагодарить фермеров, я хочу поблагодарить предпринимателей, Всестилевую федерацию карате, всех тех людей, которые приносили эти продукты, присылали их. Губернатор Ульяновской области поблагодарил ульяновцев за неравнодушие. Эта гуманитарная помощь поможет восстановить нормальную жизнь жителям ДНР и ЛНР. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ.